это шахматный камбэк f4, да, попробуем. Давай. Нет, да, любой на, первый ход нормально, хоть ход h3. Ты все, все делаешь ужасно потом. Так, пешку только не бей, если что. Неплохо. Е5. Гамбит. Широкого. Нет. Пешку на h2 не бей. Гамбит широкого. Оказался недолго вечен. Король e2. Ну, король e2. Может, придется король e2 играть, конечно. Давай попытаемся что-нибудь поприятнее найти. Ну, конь f3 не туда. Ну, конь f3 g2. Ну да. Без ладьи. Ну, может быть, без ладьи надо играть эту позицию. Ну, у нас маловато. У нас вообще ничего нет, ну что уж тут говорить. Нет, у нас есть конь на c3. Ладно, ты прав, надо так играть. Да, сейчас где? Будет дебют. Дебют. Все, все, достаточно. Да, дальше я. Ну, симпатичная позиция. Я просто успел ее проконтролировать, пока она в конец. О, какой красивый удар. Только он не работает нифига. Да. Между прочим, ладья и фигура за ферзя. Это лучше, чем то, что мы обычно получаем. Он сдаст сейчас. Да, ну это... Давай еще одну снимем. Он же два единственный ход, по-моему, да? Гамбит широк. Единственный ход. Ну да, конечно. Да. Как победить? Семь ходов. Да.